Так, ну что, друзья? Короче, у меня есть для вас подарок. Есть подарок для меня. Вот он. Будем его смотреть. Такая вот вещица. Вот. Жесть. И подарок для вас. А для вас я... откопал Rare запись, так сказать. Это четыре трека, епишечка, которые мы записали с моими хабаровскими корешами, друзьями. Вот. И я ее вам поставлю сейчас. Так. Мастер рэп отправляет донат за старе. Пока Шатов делает прическу каре. Мастер рэп отправляет донат за старе. Сейчас я... чтобы не мешало слушать, тогда приглушу донатики. Параноид Андроид, стой другой. ПРЛ — это пограничное расстройство, личность, наркотические загулы, запои, беспорядочный секс, рискованное поведение чередуются с депрессником и апатией. Спасибо за пояснение, Параноид Андроид. Так. Сейчас я приглушу донатики, друзья, и поставлю вам Rare запись мощнейшую. Rare епишечку, записанную с моими друзьями в Хабаровске. На мои минуса, опять же. Так. Сейчас я... Все, донатики приглушил. И будем сейчас слушать и смотреть, что же мне подарили. Поехали, что ли? Ай, это Хабаровск. Кому же не давлюсь? Ай. Гашан кончает ржавчиной на ободок унитаза. Это база, он засоленный, как трипанк. Но несет хуйню, словно лев рэпак. В кинотеатре «Восход» он делал клад. А я смотрел ЗВ с отрясом. Тебя дразнили китайцем. Было обидно, ведь ты Эвен. Все сидели на спайсе в школьной команде КВН. Шутки летели, как фанера над Парижем. Все курили с бирика рыжуху. А я что, рыжий? 180 грамм на почте, но посылка на жену. Так что позже ты пройдешь брендо, а она тюрьму. Похуй, братан, давай мне пара. По жизни пиковый туз, но в червах рубаха. Это второй Хабаровск. Тут в подъездах пахнет мочой и гычей. Дом в бычихе, отец в бомжатнике. Земля вам пухом, братики. Пухом земля. Да. Без больших лишений не бывает саморазвития. Без больших долгов тебе не выебут паяльником. Без навыков риминга не стать большим начальником. Без предыстории не понять шутки про армянские чайники. Бери от жизни все, говорит мой друг Георгий. Он король Георгий, император закладок. Лег в ребу, навел там свой порядок. Теперь плачется по кризис среднего возраста. Не понимаю, что счастлив в своем состоянии упоротого моллюска. Зажатого створками потребления, как во льду челюскинцы. Хочет семью и детей, полученных при помощи ЭКО. Но до этого еще далеко. Ведь на лестнице из 12 ступенек Гоша всегда на первом, спит под мефом, алком или герой и никогда не проснется. Крепких снов, Георгий. Bye-bye. Крепких снов. Как бабочка на залупе, заставлю тебя вкупе со всем говном, что в тебе есть. Мне это нравится, ты знаешь, это месть. Отродясь не видел людей лучше. Сколько говна в тебе стоит сделать, чтобы ты не ебался в уши. А я понял, я мудак и ублюдок. Курю, бухаю, ебу в старых людок, словно Дэниел Крейг. Ем друзей, как курю вейп. Отвернись от меня, дай спокойно погибнуть. Беспокойство — это ваша же обида. Отвали от меня, я Гоша гнида. Я Гоша гнида. Проснулся ровно, сосиски завтрак. Меня прет порно, прут азиатки. Мутки, движухи — это не про меня. НЛП или шутки, чтобы
шутки, таков мой арсенал. Россия 24, первый канал. Внутри рифмы и нигеры, шибари, сквирт, фингеринг, патриотит, мишин, жигали, Snoop Dogg, бигл, бигали. Лень двигатель, но лень двигаться. День движется, рэп, контель, знаю, Валя, блять, что? Гоша лучше не читал, нормально, чёрный. Давай, бэки делай. Должен стыдиться, Гоша лучше тебя зачитал в этот раз. Бэки делай. Хуета вообще какая-то. Чё говоришь? Третий раз давай. Давай ещё раз. Ты всё? Ну, давай. Ты можешь? Ну, в смысле, ну, не сегодня. Тогда да. Тогда да, может быть. Он рисковал. Он тогда мой. По грани ходил. Я в конце запишу вот я. Давай заново. А ты записал это? Записал. Заново? Да. Кучу проебал. Игрушка на крючке, и я в восторге. Восторг, кубарык, моя игрушка в торге. Лох готов кинуть кучу бабла. И я не лох, не скидываю бабья. Вот-вот затащим суку. Еще 10 рублей, я добью мне всю сумму. Словно закладка в лесу. Я с трудом тебя унесу. Потрачу косарь, но вытяну плюшку. Бывает же нет. Бывает жизнь по цене игрушки, сука, блять. Сука, блять. Я акула в лохотроне, не достанешь мои корни. Накурился майками, наблатованы волой. Я в чуфанке выебоне, поконил как покоем. Акула в лохотроне, забыта за стеклом. Заводская рядом мост, с него прыгнул одноклассник. Зубы скушал кариоз. Актер Селин любит базик. Детство мой наивный глазик. Съели бабу под пивко. А потом блевать дендрарий. Это вам не рококо. Под мясным мороженым трахаю на кожаном диване хорошую девку из спидколледжа. За стеклом акула. Магазин три толстяка. Ветром времени надуло. Время 9, лежу на дне как рапан. Коротаю вечер, делать нечего. Гляжу на людей за стеклом, смеюсь над их проблемами. Тут в зал входят четверо, бренча монетами. Чувствую, пахнет жареным, прячусь от лишних глаз в толпе. Но самый длинный фокусирую взгляд на мне. Понял, мне не скрыться, принимаю бой. Че началось, я не понял. С неба падает железная клешня, целится прям в меня. Первая попытка мимо, промахнулся кривой мудила. Вторая вошла в горло и в живот, но соскользнула, я еще живой. Третья хватает за хвост, смерть близко. Прощаюсь с друзьями, мечую кринку. Меня сжимают жадной рукой, дарят пьяный шмари. Цена жизни 30 рублей, парни. Не поминайте лихом. Я внутри, во мне пробраться. Все просади, меня достать. Я внутри, во мне пробраться. Все просади, меня достать-то. Я с динозавром фрофлял, что мне жалкие людишки. Кидайте деньги мне на корм, если мозгов излишки. Азарт в крови, мой рот в крови, твой рот в крови. Меня не взять живым, я выскользну на раз, выйдя сухим. Кто теперь в ринг? Мне нужны жертвы. Новый наивный хочет стать первым. Я внутри, во мне пробраться. Все просади, меня достать-то. Десять лет спустя в моем бокале гашеная известь. 200 рублей с химаря. Это Sirius Business. И не спрашивай, зачем я сдал Ваню. За полкуба будь осторожней, ты на кубячке. Это не Куба, русский медведь вышел из спячки. Из деревни мобилизовали пацана. Скинемся ему на спички. Поселок Кировский, а я уже не Куровой. Скорым дембельским поездом возвращайся домой. Родной нахуй, а кое-кого отмазала мама. Тягать каштаны из казан мангала. Нахуй, большая Манчкин, в дело идут бродячки. А у Валика полная пиалка кайфа. На берегу Уссуры, на том месте, где когда-то стоял мой отец. Смотрю на звезды, слышу одинокий всплеск. Походу это рыба. Ха-ха.
А? Ты так и рассчитывал? Или у тебя есть еще 100 очков? Нет, все. Все, давай. Да ладно, хотя бы не пить с тобой перед тем, кто умрет. Кинули мусор девочку, попали на играние отчика. Самый вкусный рулет, это тот, на который денег нет. Тряхнули сразу, сладкий вкус умерит тоску. Кидаем друг другу объектив, словно из нас имеет мотив. Перестань употреблять, жену завести, орать на нее, оскорблять или повернуть все вспять. Друзей любить, понимать, не стоит лица трогать. Лучше окунуться в вылистый омут. У тебя такое же есть чувство, да, когда ты что-нибудь запишешь? Боже мой, какой же говно. Ладно, не, ну это было не, ну само собой. Еще не от потопа. Подожди. Еще не от потопа. Еще нет потопа, отложу все на потом. Я больше парила меня, как биток подобран, чем денежный поток. Я б Карине пел серенады под окна, но разошлись по-доброму, или же надо было заработать. У нее кайф от измены продаж и членов в руках. Ну и со мной было в кайф, и со мной было в кайф. Саня, как быть, если их трое? Саня пожал плечами, в итоге Оля. Со мной у судиката, перебарывая преграды. Маленький нас порадовал, но мы знаем, куда вернуться. Благодаря Декарду, свет, камера, прогулки, гол за кадром. Гоша пальто драном, король закладок. Гель где-то на пятой, его сверкают пятки. Валек интеллигентен, но его нет рядом. Уже многих нет рядом, уже многих нет рядом. И я спрятал на дно нутро, не тронь, у меня тромб, не вывезу жизни другой. Не вывезу жизни другой. Я готов, охуенный куплет у тебя. Давай. А когда мне музыка начнется моя? Дайте музыки. Дайте мне музыки. Да это та музыка? Вот так. Вот так. Заебись. Ты готов? Да. Поехали. Были молоды, голодны, злые, без повода ждали приезда Ивана с подгонами. Сытые булями гнали по улицам, воровали цветы, уходили балконами. Были заняты юностью, заняты бедностью, заняты всем, но делами не занят. Клали на мясо икру, когда не было хлеба, и это не парило. Каждый день как подарок, отметочка в памяти, крошки на заверте. Каждый год вспоминаю, как многое сделал, как многое было неправильным. Каждый хочет вернуться туда, где его никогда не осудят за слабости. 10 лет позади, 10 лет отделяют тоску от накуренных шалостей. Я не ебал в рот, я поебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Сохраните его просто. Знаете, когда я вскрою себе дым. Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. Сохраните его просто. Знаете, когда я вскрою себе вены. Выступал из банды недавно. Ну вот, ты помнишь, да, какое это было обшарпанное говно? А вот они просто ничего не с этим не делали. У меня наушники уже, медитация, 2 телефона, короче, кинь мне на ход ноги, ебаные сапоги, я в хлам накидан. В темноте не вижу, с кем сижу. Слюняем сишку, дыряем баклажку. Он какой-то гук или баклажан. Зовут Адижана и Таж Махал, но хапал как Светогор. Это Хабаровск нулевые, тут одни куровые, нет целевых. Все через одного блатные. Соседовские, крабовские, анчиковские. Тут бы не выжили братья Вачовские, а сестричек Олсен пустили на панель. Главный папа губернатор Ишаев вопросы решает по золоту и лесу. Если нет крыши, сюда не лезь, зарежут или сожгут в машине. Братан, еще накроши мне уже
18 okay. есть. Я пройду фейс-контроль в этот клуб. Там же шлюх ебут и на клыка дают в туалете. Красиво справил свое совершеннолетие. С Лехой, конечно, красиво справил. Тебе же на клыка дали, брат. С Лехой Толстовым тусин плюс великана. А ты моя ладанка, душница, зиновка, орегано. Я не рэпер Гана, но Стригана дал дуру. Едем с парнями в Кульдур. Я прикурен плотно, но вынесла с пол хапки. Местные в Березовке предъявили за протертое горлышко. И мы дали по тапкам. Из-за поворота показался слоник. Потом хлопок, и меня хоронят. Но это нарративы из сборников рэпа для собачьего кайфа. А твоя мама не играет в манчкин, но говорит, что мы гадкая парочка. Ведь я поехал в лес, и мой ситер меня бросил. В литераторских мазках хотелось бы кинуть кости. Но опять гостин, я скитаюсь по Хабаре. Делаю фотки в своем старом дворе. И потрошу беломорки, горшан, встретимся в морге. Если ты, я люблю ее обоссанные дыни. Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу. Тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Делаю фотки в своем старом дворе и потрошу беломорки. Гошан, встретимся в морге. Если не бросишь эту шнягу, батарея на большой знает, откуда у тебя эти шрамы. Батарея на большой знает, откуда у тебя эти шрамы. Так про великанов или про великано? Про великано? Я люблю своих друзей. Вместе с ними можно ливкнуть. В отличие от бледей, они сосут без резинки. Говорят, что по ставкам риски. Люблю каждого наркового леника. Гандоны стираются, хоть их не было. Лучше, чем эти друзья будут, когда поеду в русское я. Ворвусь под шкуру, куплю любимые духи и шубу. Для начала вкину стихами, словно Томми Винсетти в Майами. Мне не интересно вас унижать, просто вкинулся порохом. Живу как блять. Как блять. Чили вили великана, сожили великана, живые на века. Ночью пили мыслика, so big, крылья как он зашел сдалека. Но любовь на века, это ноша нелегка. Город под мошонкой, я дома лишенный. Ваш город моя шконка, большой и мощный. Я большой и мощный, упоротый Гоша, метаю коржики. Ну а трезвый я хороший, ну а трезвый я хороший. Нет, действительно я хороший, трезвый. Какие великаны? Да идите в жопу, вы сами сказали великаны. Я слышал, что вы сказали великаны. Так, тут страница анекдотов. Страница анекдотов от помпинщиков. Итак, анекдоты. Заходят два дракона в бар. Что-то тут жарко. А ты ебало завали. Так, нужны эти... Как они называются? Блин, забыл, как это называется. Блять, как это называется, когда после анекдота? Забыл. Похуй. Приходит ветеринар к врачу, врач вас спрашивает, что вас беспокоит. Ветеринар подумал и говорит, не, ну так любой дурак может. Фить-ха! Да, как это называется, блять, вылетело из головы. Так, фить-ха, звук. О, есть тут, вот оно. Или нет? Да, есть. Есть две новости, хорошая и плохая. Давай с хорошей. Дед храпеть перестал. Мне, пожалуйста, пол арбуза. Это самец. Пришли бог и дьявол за получки. Оказалось, бухгалтерия все перепутал. Дьявол получил зарплату, а апрель за май бог. И
Просто анекдот. Смех по причине. Страничка Марго Кукича. От них он чуть не погиб. Анекдоты, от которых чуть не погиб Марго Кукич, друзья. Готовы? Воздуха набрали? Поехали. Лавкрафт в детстве не мочился в постели, ибо его кровать была неописуема. Гей думал, что его дилда утонул в бассейне, но хуй там плавал. Это, в принципе, заслуживает трех. Решила девушка перестать красить волосы, а им хоть бы хны. Видеоблогера 300 фила возбуждают лайки. Ебет Эйнштейн Ньютона, а тот чертит на полу квадрат и посмеивается. Хули смешного, я твою жопу ебу. Это неправда, ты ебешь Ньютона на квадратный метр. Ты ебешь Паскаля! Такой вот фанзин. Ну что, друзья, тогда давайте прощаться.